салон красоты приглашает на работу администратора, парикмахера-стилиста, косметолога с опытом работы. Телефоны в Самаре 242 02 09 337 78 25. Компания «Исток и Ко» проводит набор на должность водитель-экспедитор категории «Б» на автомобиль «Газель». Зарплата сдельная от 22 тысяч рублей. Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Телефон 8 927 692 21 24. Требуется работник энергетики, образование от среднеспециального, карьерный рост, ответственность, целеустремленность, обучаемость, доход 38 тысяч рублей. Телефон 243 10 95, код Самары 846. Продается бревенчатый дом в селе Летниково Алексеевского района Самарской области, 85 километров от Самары. Площадь дома 70 квадратных метров, участок 12 соток. В доме пластиковые окна, свет, газ, вода, туалет. Есть гараж, погреб, баня на газе. Рядом река и лес. В селе есть школа, детский сад, медпункт, асфальтированные дороги. Телефон 8 937 205 99 23. Продается новый кирпичный дом 75 квадратных метров, участок 15 соток в селе Красный Яр или меняется на квартиру в Самаре. Телефон 244 43 77. Продается четырехкомнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8 937 651 86 26. Продается дом 74 квадратных метра в Ивантеевском районе, 130 километров от города Самары. Участок 11 соток. Есть сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8 927 725 21 59. Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров, свет, летняя вода. Цена 980 тысяч рублей. Телефон 8 927 265 30 75. Продам культиватор бензиновый «Хобби 600», бывший в употреблении 2 сезона. Цена 20 тысяч рублей. Телефон 8 906 344 34 35. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333 30 81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227-55-62. ООО «Ареал Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932-22-12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail grafopersonal@mail.ru. Телефон 272-37-57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала «Работа.ру». Улица Дзержинского, 98, первый вход. Офис 414. Телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий». Улица Комсомольская, 18. Телефон 2-11-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время». Улица Гая, 39А. Телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления». Улица Кирова, 46. Телефон 983401. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна». Улица Ленина, 14. Телефон 2-12-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия». Улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя». Улица Советская, 29. Телефон 2-15-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты реклама@губерниятв.ру.